елки в огне. Попадите, помашите рукой и поздравьте девушек с 8 марта. Я от всей души поздравляю всех девушек с 8 марта. И желаю того, чтобы все было в том месте и в то время. Боже, это вообще замечательно. И вас тоже. Ой, спасибо вам большое огромное. Здоровья, счастья, детей, всего. Как бабка такая крестила. Огромное спасибо. Боже, ребята, цветок. Вот и тюльпан. Ребята, я только говорила за тюльпан. Фиолетовый, как такое может быть? Я настолько сильно скучала, я настолько сильно хотела показать вам эту надпись на фоне красивейшего тюльпана, который мне подарили. Господи, это просто. И смотрите, смотрите, какая композиция. А у меня тоже есть тюльпан. Тра-та-та-та-та-та-та. Вот такие красивые тюльпанчики. Ребята, как приятно. Вот так просто житель подошел ко мне и подарил. Все мои бессонные ночи, все дороги вели к тебе. Моя, моя, моя неземная, как ты меня нашла. Всех поздравляем с 8 марта. Счастья, здоровья и солнца. В Даугавпилсе дождь. Как жаль, как жаль. Дорогие женщины, да ладно, дорогие друзья, дорогие латвинчане, ой, как сказать, латвийцы, латыши, короче, все девушки мира, не только Европейского Союза, поздравляю вас с 8 марта, желаю вам счастья, любви, будьте всегда на позитиве, будьте всегда красивые, я вот не накрасилась даже, все равно красиво и не стесняюсь, короче, девочки, всех с праздником 151 раз, а мне пришли подарочки, мальчики одни, мои друзья из города Даугавпилс. Преподнесли презент. Ребята, Рафаэла ела раз в жизни. Я не смеюсь сейчас, я не шучу. Смотрите, какие Рафаэла. Оригинальный вкус с малиной. Это не с малиной. Это, с малиной невкусно, не ешьте. Вот такие барни. Я даже никогда не ела в жизни в барни. Вы представляете, село выехало в Евросоюз. В европейское село. Село и село. И вот это, ребята, это вообще сейчас... Ой, как его открыть? А я не разобью? Нет. Ну, смотри, сама. Боже, я не могу. Там какая-то... Баклажка. Сейчас, сейчас. Тебе Рафаэлку может подержать? Не, подожди, стой. О, ребята, вы смотрите, что это. Видно там Денисик? Да. Это, короче, боже, это Рига Бальзам с кафе с ликерис. Ликерис, Латвия, да. С кофе. Боже мой. Смотрите, ребята, я сегодня уйду в экстаз, в кофейный. А это как, в кофе добавлять или можно просто так? Просто так, я пил просто так. Так. Хорошо, да. Ребята, всех с праздником. Спасибо вам огромное. Ребята, ну девчата точнее. А ребятам спасибо за то, что делают нашу жизнь ярче. Все, стоп. Боже, ребята, как красиво. Особенно ночью, когда все горит желтыми огнями. Красивые деревья, елки, домики, город вдали. Это просто неописуемо. А дальше есть лес. И сейчас мы пойдем гулять, встречаться с друзьями. Я поубирала, поподметала, загрузили стиралочку, попили чайку, позавтракали. И пойдем, так сказать, женский день встречать. Жалко только солнышка нет. Но это не портит этот прекрасный город. Всем тепла, всем добра. С праздником, милые женщины, дамы и матеря, девушки, девочки. Все, кто женских полов, пола. Вон, люди идут гуляють. Ребятки, мы подходим на практически площадь. Сейчас пойдем в торговый комплекс, да, Соло? Или торговый как? Торговый парк. Торговый парк. А Детоннамс это тогда тоже торговый парк? Или комплекс все-таки? Ой, как красиво. Не-не, ты не мешаешь. Ты не пипидаешь в мой кадр. Как красиво. Боже, небо такое вот необычное, такое, знаешь, нежно-голубо с розовиночкой. Ребята, смотрите, сейчас поближе подойдем, какие тюльпанчики тут сделали. Тут всегда, когда какой-то праздник, то композиции города присутствуют. А, моя любимая сердечко. Напротив Весмы летом здесь была реставрация. И вот эти вот архитектурные решения очень даже неплохо, аккуратненько сделали. Но больше всего мне нравятся вот эти вот вензеля такие, видите? Я обожаю. Когда, конечно, это что-то более масштабное такое, более такое помпезное и аутентичное, это, конечно, все новье, но тоже неплохо. Ребята, как красиво. Вот вроде простые тюльпаны, а как красиво. Вроде вот
Ой, я не могу, такая ностальгия, ребята. Кто из Депилса, всем привет, выходите уже на улицу, хватит сидеть бояться коронавируса, господи. Да гуляйте же вы уже, наслаждайтесь жизнью. Скики уже можно, мы скоро будем старые все. Я такого еще не видела. Едем в гости к нашему другу, и у меня в руках, вы представляете, распускается тюльпан. Просто в руках. Он был полностью закрыт. А, это, кстати, девочка. Если был бы черненький внутри, это был бы мальчик. Да, еще по воскресеньям проезд полцены. Так 50 центов, а так 25. Привет! Привет! Ой, Норд! Ой, ой! Это Норд, это хаски, надо уходить, я боюсь, Нордик! Меня пригласили на кофе. Вы представляете? Сейчас буду пить офигенный вот такой вот с молоком. Это как называется? Капсульный, да? Ты знаешь, что я никогда капсульный не пробовала? Откуда я знаю? Ну как это откуда? Ты же знаешь теперь. Все. А еще гляньте, печеньки, похудеешь тут в Латвии с вишнями, с клубниками. Но я, кстати, в последнее время не ем на ночь и очень мало им сладкого. Эдгар свидетель. Скажи, Эдгар. Да, он подтверждает. О, боже, боже, оргазмический кофе готов. Большое спасибо. Боже, ребята, я прям не могу. Смотрите, какое оно вкусное. Я еще не пробовала, но пахнет вообще очень хорошо. Ребята, никогда в жизни Юля с Урала не ела щи. Вот хоть полощи, я не ела щи, и меня мальчик, представляете, накормил щами. Вот я вообще в шоке, я еще не пробовала, правда, никогда не ела щи. Кто ел щи, ставьте лайк, не ела. Ребятки, ребяточки, забыла показать. Смотрите, что написано «Латвия» на браслете. Я думала, тут просто символика. Короче, оно вам надо. Спокойной ночи. В общем, ребята, видео сегодня не закончится никогда, как это и лишний хватит, жир на моих булочках. Смотрите, как ты сказал, цельнозерновые булки. Короче, у Дениса тут, наверное, целое производство по изготовлению. Ресторан на колесах. Это какая-то как... Электрогриль. Это гриль. Открой. Электрогриль. Да, вот, смотри. Сейчас будем готовить. Это... Хейнс! Боже, никогда в жизни не жрала. Смотрите, это сисички. Это с коровы, цугалес, да? Свинина. Это корова, свинина, коза. А это что? Майонез. Майонез? Ой, можно мне без майонеза, пожалуйста? Без проблем. Хорошо. Боже, с гусем. Хай бог милует. Ребята, это я сейчас помоем посуду. Извините, все, готовим. Ну что у нас первое? Булочка, да? Разрезаем булочку. Так, ребята, первым делом мы делаем вот такие вот сосисочки с грилем. Они сейчас полосками, да, будут такие поджаренные. Да. А что оно скрипить так надо? Ну это же как сосиска жарится. А смазку ты не добавляешь? Зачем? Ну как зачем, чтобы не пригорало? Или оно антипригарное? Ой, бляха-муха. Попросила без майонезика. У Эдгара с майонезиком. Ну как тебе? Вкусно. Вкусно, да? А у меня без майонеза, сейчас буду пробовать. Боже мой! Короче, сюрпризы, угощения не кончаются. Угостили такой шоколадкой, литовская, да? Я пробовала пергали, меня угощал Виктор, а Денис решил поделиться с барского плеча вот такой клубничкой. Вы не поверите, по хорошей цене свой самый любимый кофе Aroma Platinum взяла обалденный, охрененный. Буду кайфовать с утра, мне Эдгар будет в постель кофе приносить. Боже мой, боже мой! Балдес пар узманибу, все. Чики-пуки.